Настоящее расследование провели общественники в отношении предпринимателей, которые устраивают свалки опасных медицинских отходов. На этот раз от и до. Место погрузки, выгрузки с номерами машин, адресами и лицами. Теперь придется признать, с утилизацией медицинских отходов в Карелии большая проблема. В засаде возле одного из офисных зданий на улице Онежской флотилии общественники провели почти два дня. Дождались, пока черные мешки погрузили в большой контейнер, и КАМАЗ отправился в путь, а конкретно на свалку в Орзиге. Успешно преодолев контрольный пункт, машина въехала на территорию свалки и выгрузила содержимое контейнера. Когда же общественники подошли ближе и стали осматривать, пакеты пришли в ужас. Шприцы, иголки и ампулы в кучах мусора могут быть заражены чем угодно, от чумы до холеры. Именно поэтому их нужно утилизировать специальным, а не таким варварским способом. Страшно. А что делать? Медицинский класс АБ. Жесть. Посмотрите, сколько их. Осталось только руки-ноги найти. Жесть, ребята, жесть. Полная жесть. Я там лазить не буду. Отснятые материалы общественники уже передали во все возможные надзорные органы. А еще на сайте предполагаемого нарушителя нашли данные о госконтрактах на утилизацию медицинских отходов. Если сложить воедино все суммы, получится больше 3 миллионов рублей.